Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я покажу вам, как на этой консоли выполнить полный сброс абсолютно всех данных. Итак, выбираем параметры, после чего выбираем пункт «Система». Затем нажимаем «Информация о консоли» и нажимаем «Сбросить настройки консоли». И выбираем, какой сброс мы хотим сделать. Сбросить настройки и сохранить контент, то есть сохранить игры и видео, скриншоты, которые есть, либо сбросить абсолютно все. Я выбираю сбросить абсолютно все. Ну, собственно, и все. Осталось только дождаться, пока консоль включится. Затем нужно будет выполнить первую первоначальную настройку, подключить свой аккаунт, ну а дальше играть, зачем еще создана консоль. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч. До свидания.